А знаете ли вы, что такое лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брендовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте лукбокс. Все ссылки в описании. Здравствуйте, друзья. Ебать. Если бы знали вы, как мне сейчас хуёво, вы бы даже гадости ни одной бы не написали. Дебилы, блядь. Сука, дауны тупорылые, блядь. Если вы не понимаете, нихуя. Ёпта, залупы свои прикройте. Ну что ты там ожидаешь-то, ёпта, нажми кнопку, придурок, блядь. Понятно все с тобой, лох ёбаный. Да, я понимаю, многие скажут, нахуй было то делать, все. Но, бля, время уже прошло. Ты вернешь мне его обратно? Ты вернешь мне завтрашний день? Фу, блядь, то есть вчерашний, нахуй, когда меня просто разъебывало, как суку. Хуй. Тогда и не пиши хуйню, ёпца, блядь. Просто не пишите хуйню, блядь, реально. Ну, блядь, вы люди или не люди, или вы говна куски, сука, тупорылые, у которых только три вопроса. Чё там с расколом? Когда альбом? И, блядь, я не знаю, даже еще третий какой, туповатый, самый ваш тупой вопрос, блядь. Я ночью сегодня чуть не сдох, блядь. Вы мне какую-то хуйню пишете, я понимаю, как бы вам допис, сдохну там, я не сдохну, это, я не Лил Пип там вам, не ваши эти кумиры, блядь, которых вы начинаете слушать только после смерти. Не требую помощи от вас никакой, мне нахуй от вас ничего не надо. Просто хочу сказать, сука, поймите вам одно, блядь, не ебите мозги никому, блядь. Ёпта, и хочу извиниться перед всей Самарой за то, что я не смог приехать сегодня из-за, блядь, уёбского своего состояния, здоровья. Но я поправлюсь за неделю, я уверен на 100%, и прилечу. А там уже, блядь, другой базар. А шутки про Гуфа, то, что подлатает, это такая хуйня, бля, пацаны. Вот за такие шутки реально вас выставить в ряд и ебашить. Знаете, вот как в армии раньше хуярили деды, блядь, проверку нахуй, выстраивали все и хуячили. Вот вас так же надо ебашить, блядь, дебилы, ёпта, блядь. От вас никто не просит помощи. Я просто обращаюсь к тому здравому. Ты понимаешь, что, блядь, не так легко мне, блядь, сейчас. Не так, понимаешь, легко, блядь, не легко. Хуёво мне, блядь. Хуёво по всем показателям. Да не, Миш, я до Нового года доживу, не переживай. Надеюсь, по крайней мере, блядь. Ну, блядь, просто писать хуету и что-то, блядь, ну... Пизду, короче, я закрываю нахуй. Миш, тебе салам пополам, если что, звони. Ты просто скажи, что пасущий хуёво, он, блядь, даже не может общаться сейчас. Сегодня Павлу стало очень плохо, и он не может даже с вами пообщаться, но вы всегда можете поддержать его
морально, и физически, и материально. Анально. И вагинально. Его карта будет привязана к аккаунту Евросети. Короче говоря, камеру сюда наведи. Сейчас, Паша готов сказать пару слов. Паш. Эй, вы. Паш, пожалуйста, да, скажи пару слов. Эй, вы. Мне сейчас не очень хорошо, но я выздоровлю. И каждому из вас, кто против был там, ебальник разобью гандоны. А пока что кушайте в волшебном лесу охуенные бургеры и прекрасная картошка фри. Соусом бешамель. Спасибо вам, дорогие люди. Подожди, а вот интересно, вот что готовы сделать люди, чтобы провести с тобой совместную трансляцию? Лучше задай другое. Ночь. Сколько мразей таких вот, знаешь... Готовы ночь провести? Прыщавых таких. Блять, ну ты понял, о чем я. Которые даже в Зеленограде, блять, сосались даже, наверное, посочнее. Ауф! Ауф! Там было же... Блять, ну нахуй, пизду я спать. Короче, Паша сегодня решил разыграть прямую трансляцию. Если вы подпишетесь на его Инстаграм и подпишете 10 своих друзей. Так как Паша в недоумении от того, что Пушкин умер. Он в ахуе. Что вы можете сказать на это? Ты просто колонь пальцем? Да, берешь там, ну, это, присоединиться. Но ты выбирай самый сброд. Так. Ладно, баб. Ну, это я без тебя понимаю. Не-не, самый угар просто. Эй, ты, Чемерина, жрала бургера-то, я в такой раз. Будешь... Эй, что ты меня смотришь так? Не-не, старый, я без сигареты пойду. Ань, ты ладно. Давай я сейчас сделаю подключение нормально. Эй, уёбки, я еще не сдох, сука. Так, давай, короче, где там... Выбирай любого, кто присоединится. Да. Я выберу знакомого. Поэтому... Нет. Не-не-не. Так неинтересно. Ну, там нормально. Нормально. С одним поугараешь, с одним. Он нормальный. Он по ставкам. Прогноз с Калуги, чувак. Четкий. Герой, а не заебал. Да, блядь, какой в пизду. Пароль, ёпта, 007, ёпта. Заебал. И еще не факт, что со мной еще кто-то захочет включить ЦА. Жирный хуй. Хуя ты заметил, что я жирный хуй? Ха-ха. Ну ты просто красава, блядь. Варлуш, давай, ёпта, блядь, цепляйся, ёпта, за последнее, блядь. Бля, не, Варлуш. Паша, давай разыграем вот это. Нахуй оно нужно нам? Подожди, это потом покажешь. Подожди. Вообще... Уебана найду какого-нибудь. И ты потом такой, а хочешь мы тебя купим? Да, давай. Или твоего отца? Не, просто развернуть камеру не покажу. Не, или твоего отца, вот это надо добавить. За сколько вы готовы вообще что продать? Не, подожди, не подключайся пока, просто вот. Нормально. Короче. За сколько вы готовы продать свою девственность? Или себя хотя бы просто? В рабство на один день. Йоу, Бэнкок! Респект тебе, браток! А мы тут сидим... С Ван-Ваном пердим. Деньгами! Смотри, у меня ремонт какой прошел. Работал сам Петрович. Помнишь Петровича? У него сигарет еще никогда не было.
Блядь, что с интернетом-то, ёпта, блядь, никто не подключается. Это из-за того, что не работает этот, да, блядь, ЛТЕ нихуя не тянет, типа. ЛТЕ нету? Да все есть, блядь, надо подключать. Короче, давайте разыгрываем среди вас денег, вы сами сколько, ну, скажете, типа, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Так, стоп, это не 40. Это сколько у нас? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 хватит. Это Паше на пиво оставим. За 150 можно купить такую проститутку, что вы, блядь, даже не узнаете, блядь, об этом. Ну, что вы готовы сделать за 150 тысяч? Сейчас, подожди, даже все взять получится. 150 косарей. Только на пол, не кидай крем. Подключай людей. Подключаемся. Так. Теперь у меня вопрос, блядь. Карин, сейчас максимальная просматриваемость. Мы сейчас все выкинем и уберемся. Как вот тебе голову подключить? Вот эту. Кого? Вот эту вот. Это я включила интернет. А надо, чтобы... Все провода здесь, Карин, я... Она должна в розетку... Чуваки, да, конечно, я готов приехать за ними, бро. Пью, пить, у нее такая... Не, давай нормальную тему. Тонкая, вот. Тонкая розетка. Вот, реально, отсчитали 150 косарей, осталось еще, ну... Хуйня. Ну, тут с баксами еще где-то так же осталось. Ты можешь сказать, что ты готов сделать за 150 косарей? Самый оригинальный, блядь, получает, мы ему оплачиваем, нашла? Блядь. А выезд из любой страны... Хуи мутные, блядь. А вот за вот этот остаток, который, блядь, чисто для Игорька. У меня не работает Wi-Fi, и поэтому пидорасы не могут подключиться. Пидорасы, вы не можете подключиться, потому что у меня Wi-Fi не работает. Подождите пару минут. Сейчас Карина на вас стоит, и вы охуеете. Мы еще поднимем тут, блядь, пару тысяч. Пару ставок. Ой, блядь, что-то меня опять подзахуёвило, полежу. Короче, ладно, давайте мы сыграем в игру сегодня, потому что мы... Да, давайте сыграем сегодня на $100. Да, сегодня на $100. Паша предлагает такую игру. Ты высылаешь 1000 рублей на карту, и тебе высылается $100 обратно. Да. Даже если ты долбоёб и думаешь, что тебя наебали, посмотри вот сюда. Где тебя здесь могут наебать? Смотри, как хрустит. Твоя мать пизда так не хрустела, когда её батя долбил, блядь, при рождении твоей, блядь, ёбаной, блядь, личинки, сука. А что, пишется? Там все пишется. Ты просто, бля, камеру включил и издеваешься. Нет, сейчас максимальный рекорд. 879 человек смотрит. Да это хуйня, ёпта, еще. Нет. Я сейчас Google поговорил. Ну. Через полтора месяца. Скажите, что вы готовы сделать? Он говорит, Пашок, держись, да. Он говорит, бля, Пашок. Он сказал, знаешь, что сказал? Береги себя. Что-то ты, говорит, пиздец в последнее время. Я тебе гуф сказал? Да, я говорю, бля, братан, да я вроде как бы... Да нет, говорит, я же вижу. И тут я, блядь, обомлёк. А потом ты увидел Петровича и понял, что ты здоров. Не, когда Петрович там повалялся, я уже понял, что вообще я в этой жизни, блядь, вообще... Король. Ничего не видел. От Сеги. Я уже подключила приставку. Серьезно, приставка подключена? Не, а ты можешь как бы включить телевизор, чтобы он как бы вот HD... Блядь, дайте мне просто пульт. А где он? Ну, был тут. Блядь, ебаная хуйня. Сука.
Бьяч. А, Паш, мне попросили, чтобы я сказал тебе, что тебе привет от Дмитрия Ларина. Дима Ларин. Привет. Сегодня также вы можете получить видеоприветы от Паши Техника по 1000 рублей. Все, что вам нужно сделать, это обратиться в личные сообщения Паши Техника и получить незабываемые видеоприветы, так же, как и 6 лет назад. Нет, это HDMI. Подожди. А это... А что написано? Просто, может быть, там и все ясно. Так, номер карты. Что нужно сделать? Блядь, я... Паш, что нужно сделать, чтобы выиграть? G-Wire. Попробуй, пожалуйста, вставь вот G-Wire. Я думаю, это... А, так где, работает? Блядь, пульт? Блядь, работает же эта хуйня. Осталось вставить деньги. Да где пульт? Маленький, ты его брал. Ты как включил телевизор? Карин, ты не в этом дело, блядь. Да в этом дело. Нужны еще вставить туда эти. Смотри, одна горит кнопка. А их три гореть должно. Еще три провода белых надо вставить. Три белых провода. Какие белых? Три белых. Там один. Ёб твою. Блять. Я без интернета. У тебя работает Wi-Fi? Вот посмотри. А, чувак, вот смотри. Карен. NE86. Вот. Смотри. ON. Посмотри просто. Я тебя мы тебя прикрепили. А где пульт? Нет, да хуй с ним с пультом. Высылай приглашение, мы тебя принимаем в эфир. Карен, смотри. Работает одна. Это телевидение. И то обоссано. HDMI, вот это хуй. Даже он не работает. Мы заебемся еще эту хуйню настраивать, блядь. Петрович, сука! Паш, нам с тобой еще выйти надо будет. Отхуяри Петрович на улице? Да, вот этого. Юн валяется. Ага, его бабка не допустит. Это не бабка, она просто... Она вообще говорит... Она, знаешь, что мне сказала? Она его не знает, да? Она вот так его махнула. Типа... Я его не знаю. Это у него одна хромосома, и не ебите его. Не, минус одна хромосома. А это уже новый уровень? Не, это старый уровень. Это вот этот вот. Советский? Да. Не, давай разберемся. Вот провода. Вот они, кстати. А, не, это хуета. Так, где пьют? Пива нет, пива нет. Переверни, переверни, в другую сторону. Чуваки, пиво кончилось. Еще один нужен. Еще один штурм. Нет, еще вот такой же. Вот такой же. Точно такой же. Этот пидорас старый, мать его ебать. Куда он его сунул, блядь, Петрович, блядь, ну что, сука. Почему ты сам ничего не отключал? Да потому что я Петровичу рот долбил, блядь. Ну все, нету его. Ну что, он унес его, что ли? Ну найди, я не знаю. Ну просто мне сейчас не до поиска. Я устала. А я что, блядь? Работает хоть что-то? Нет. Xbox. Ну Xbox там это. Не знаю. Ну HDMI работает? Я подключила, что было. Ладно, Карин, ты подключил, что было, из того, что было. Перестань только лайкать. Я вот здесь вот сбоку лайков блядь. Идет столько, что невозможно. А приставки идет провод к хуйню? Да. Да? Все, значит... Не а нужно. Ебать тут комментариев. Сейчас открепляю. Дальше смотрим. Стоит? Да, синий, все нормально здесь.
Остался только один, блядь. У тебя завтра, да, Полина Зузанова. Поздравляю тебя с днем рождения заранее. У Зузановой Полина день рождения завтра. Я не знаю, такая Зузана Полина, но у тебя с днем рождения. Ёпта, ну если я узнаю, что там мефедрон нюхаешь, пизда нахуй полная, блядь. Потому что я из отдела по мефедрону, ёпта. Мы вас таких... Паша против этих, не вижу. А чё, ты за? Нет. Ну и все. Я же основал этот антидвиж. Вот и все. На рейве еще. Мы только... И то втихаря, ёпта, чтобы даже соседи не унюхали. Не, а реально, блядь, это просто самый главный, блядь, он интернетный, нахуй. Без него Wi-Fi не будет, блядь. И мы будем сосать, платить просто 3000 за сосание, блядь. Ты платил когда-нибудь 3000 за минет? Нет, ни разу не было. Не, которую ты делаешь. А я вообще не делал. Вот ты делаешь минет, ты еще за это деньги даешь. Так я же... А ты? Я не делал. А ты мне еще, сука, вопросами такими заебывать, блядь, будешь. Питоныч. Питоныч. Гаси нахуй эту трансляцию. Хорошо, все, сейчас показываем последний раз. Помоги лучше провод найти, блядь. Хорошо. Заебал, блядь. Вот он, где-то вот из этой. Ну чё вы, блядь... Короче, что вы не думали, то что... Сейчас я в туалете закроюсь. Пашок увидит, не обрадуется. Просто, блядь, если... Кидать нет? Кидать нет? Идь. Ну чё? Чё с ним? С пятаком всё, пизда. Да похуй, блядь, это 5000. Забей хуй. Представляешь, как я сегодня болевал? Я слышу. Слышь, убери нахуй телефон. Уже все. Проститутыши. Ходят тут, блядь.